Привет, ребят, вы на канале Рыбакит, Супер Дима, подписывайтесь на его канал, он часто там поет песни, делает биты. И теперь мы продолжаем рисовать гороскоп. Гороскопы, которых мы не любим. Ну да, а кстати, напишите, кто там... Как вы любите гороскопы? Да, напишите, любите ли вы гороскопы. А мы придумываем гороскопы. И верите ли. И рисуем спудерменов. Сейчас мы будем рисовать с окольного глаза. И я скажу, что это, наверное, второй после... Капитана Америка худший герой. Нет, по крайней мере, нет. Я бы так сказал, нет. Супергерой, ну ладно, ему там досталось, там, ну, прошлое, да, знаешь, так, ну, не выбирают, знаешь, родители там и так далее, да. Ему это досталось, и нечего делать, да. Но актер, который играет, и то, что из него произошло сейчас с этим соколиным глазом и супергерою, это самое отстойное воплощение супергероя. Даже хуже, чем Черного Вдова. Да, Черная Вдова просто идеально по сравнению с ним. Это просто. У меня, кстати, фильм выйдет в следующем году, правильно? У этого? Нет, у Черной Вдовы. Ну, может быть, там, а кто сниматься? Она. Правда, она умерла в «Мстителях», но это будет ее о ее прошлом рассказывать. Сейчас. Ну ты рисуй, рисуй. Алло. Да, привет. Да. Ну, я не знаю, а что там надо? Я не знаю, что делать надо. Я думаю, я там... в смысле, как удобно. Ну, может, ближе к вечеру, я сейчас занят все-таки. Да. А может, ближе к вечеру. Хорошо, давай. Прям так, все занято. Так, давай это. Расскажем про этого супергероя. Черепашка нет. Ну, кстати, вон. Ну, вообще, в фильме он не очень хорошо. Но так, в принципе, фиолетовый костюм. Ну, вообще, у него не было даже в фильме фиолетового костюма. Даже, ну, потому что это несерьезно, если бы он ходил в фиолетовом костюме в фильме. Это просто подумали бы, все, просто все люди просто вставали бы, уходили бы из кинозала. Я уверен, так и было. Они начали это делать, а потом поняли, что ну нельзя с фиолетовым костюмом. Не может ходить человек в фиолетовом костюме. Что тут сложно? Ну нет, ну тут все понятно. Это просто смехота. Просто. Ну, он, ну, костюмчик у него вроде бы как никак, но как бы, ну, все-таки сам актер такой. Как картошка, лицо такое. Смехота. Не знаю, а есть какой-нибудь. Может, какие-то комиксы против него хорошие есть там? Ну, есть комиксы, конечно. Да есть, но просто хорошие или нет, они же там все делают хорошее, потом думаешь. О, что? Человек. Что человек? Привет. Да, привет. Мы рисуем спайдерменов, и сейчас мы рисуем конкретно соколиного глаза. Это кто у нас? Стрелец. Стрелец, но он стреляет. Это самый бестолковый супергерой, по нашему мнению, это точно. Не, но он типа не суперсолдат, а типа агент. Ну это просто смехота, ну просто. Я не знаю, переодетые ребята там собрались и что-то делают. Но... Да, но в фильме это смотрится, ну. Хорошие переодетые ребята, серьезные. Да. Ну, если бы сейчас так, вот, например, люди типа получили суперспособности в наше время. Так. И решили, типа, спасать мир. Они оденутся, ну даже если они получили суперспособность, типа они супергерои, там суперсильные, там кто-то железный человек, кто-то Капитан Россия. Капитан России. Ты как скажешь? Кто-то Капитан России. А, нет, давай так.
А кто, решим, кто будет капитаном России? Ты или я? Мне все равно. Ну давай я буду капитаном России, а ты будешь капитаном Украины. Давай. И что? Что дальше? Вот. И вот, например, они так получили суперсилу, и они решили спасать мир, переоделись в костюмы, даже если бы они были супер, ну, суперсильными, суперкрутыми, но наши вот, в реальной жизни, мне кажется, в них бы никто не поверил. Просто смеялись бы над ними. А в фильмах их любят все, и не даже, как бы так сказать, не... И не смеются, не смеются, даже не бьют, да? Наверное, ну... Но если бы реально были такие ребята, я думаю, самое главное бы... во-первых, должен был бы президент быть супергероем, наверняка, сразу. Ну, мне кажется, да? И их бы взяли бы. Но если бы люди друг от друга отличались, реально бы силой, к примеру... Стрелец. Ну, к примеру, смотри, если бы реально был бы человек, который отличался бы от другого человека реально на много порядков, к примеру, был бы намного сильнее, намного сильнее. Просто вот в среднем человеке, например, ты думаешь, сильно отличается человек, который может поднять штангу, от человека, от меня, например? Не знаю. Ну, он как бы отличается, он может поднять штангу, но он ничего другого не может сделать, понимаешь? Как бы кроме поднятия... Он нарисовать не сможет. Вот, ну... Это уже ловкость и там что-то еще, да? Да. Ну, как бы люди, они друг от друга не... А тут человек летает, к примеру, да? Это бы уже сам факт уже как бы его сделал. Да, но если бы он летал президентом... Если бы он летал в фиолетовом костюме... Это было бы еще супер, еще лучше, понимаешь? Он бы уже явно президентом был, наверняка. Я думаю, это сильно бы влияло на людей. А бессмертный является суперспособностью? К примеру, да, и он бы тоже был бы... Он мог... Есть один такой человек. Ну, кто? А ты как это думаешь? Это не ты? Нет. Кое-кто в лице, который уже сколько, уже 20 лет почти сидит. Не знаю. А, по-моему, 20 лет, да, точно. Не знаю, кто ты, о чем говоришь. Ну просто. Нет, ну если бы такой человек был бы бессмертный, он мог бы свою религию сделать, к примеру. Понимаешь, ну, в принципе, что. Если бы, например, суперпрыгучий человек, который мог прыгнуть, например, на километр вперед, он бы тоже свою религию сделал бы, к примеру, там, или там свое бы государство бы забацал, вот, да. Все бы пришли к нему. Или там человек. Резинка там, человек. Есть же у них, у меня же целая энциклопедия, там человек-резинка, там еще кто-то есть. Не, ну резинка какой-то, это который эти, знаешь. Ну я понял. Кто-то из тех, кто тянется. Да, да, какой-то. Из семейства Тягучих. Да, Спайдермена рисуешь, рисую. Я вас обожаю, спасибо, мы рисуем. И мы уже почти всех нарисовали, осталось вот немножко нарисовать прям. Нетрудно рисовать, ребята, прям чем хуже рисуете, тем лучше получается. Ну-ка, смотрите, как хорошо. О, потом еще у нас вот этот вот козерог. Росомаха. Росомаха? Да, ты прям... А, кстати, да. Вот они, например, того, что бессмертный есть. Ну, они, он так называется, но его бьют весь фильм, и как бы не то, что он... Легенец, а если ему там... Так, нарисовал? Да. Смотри, здорово. Я, кстати, слышал, что Логан вроде как у него бессмертие закончилось. Ну, он же умер в последнем фильме. Ну, это по режиссерской версии. Не, ну типа он состарился и... Ну как сказать, состарился? Скорее адамантия его для него ядом стала. Ну я смотрю, вы в курсе дела, да? Не, ну я потом узнал это. Вот когда вот, спустя пару месяцев. После... Да. Гороскоп у нас получился не очень. Какое почему будущее? Не очень? Нет, какое будущее мы предвидим этому супергерою? Не очень хорошее будущее, а лучше не, но всего. Зато он остался в живых. Ой, с нами кто-то рисует. Ну, может быть, я с вами рисую. Да, отлично рисую. Сейчас мы будем следующий. Присылай работу. Росомаху будем рисовать. В ВКонтакте и в Инстаграм. Да, в ВК можно присылать, а тут проверяю иногда. Пока что не присылали. Может, присылать.